Вот, друзья, слева обычный домик, а справа необычный. Необычность состоит в том, что его накрыли таким брезентовым покрывалом, и дальше туда гонят газ. И этот газ, по идее, должен убить жучков-паучков, которые там проживают и портят дерево. А вот, друзья, и океан. Уже, наверное, недели 3-4 мы тут не снимали. За это время там какой-то ящик черный образовался. Смотрите, что творится. Это, друзья, особый вид рекламы. Рекламный буёк. Да, буёк. А справа, тут немножко вот тут, видно, там мероприятие какое-то. Мы сейчас подойдем поближе. Тут вот развернулись ряды, какая-то закрытая территория, что там на них. Прям как спутниковая антенна, смотрите, что творится. Вот. О'Нил – это фирма Джека О'Нила, который придумал костюмы, вот эти водоплавающие. Вот, он местный житель, ему сейчас, наверное, год 93. Я надеюсь, что он еще жив. Недавно еще был жив. Ага, это похоже на сцену какую-то. И там наверху, может быть, вообще не очень понятно. Пока не видно. Тут какие-то соревнования. Смотрите-ка, вот люди выступают. А вот то же самое, немножко со стороны. Вы видите, там у них какой-то там пульт управления, можно сказать. Комментаторские кабины, а тут такая серьезная техника, смотрите. Это слева. Тут же у нас некоторые торговые ряды, тут обмундированицы, сувениры, постеры. Это не относится к мероприятию, это просто мусорник. So all you have to do is take a super awesome photo, something to do with the ocean, the water. Тут еще объясняют, then you что к чему. Tag. Yeah, well, shoot, Omar. Видимо, you got a shot, фирма О'Нила является спонсором, я так понимаю. Поэтому всюду и баннеры, и постеры. Red on the paddle. Take вот it away, вы видите, как парень red, заскочил на волну. Carves down. И тут комментирует. Section, hits it through the lip. Nice little hook. Комментатор комментирует. Damn, there's a pocket there. Hacks it back again. Nice little cutty through the inside. So wave was pretty nice. It ended up pretty nice. Вот еще один вышел на позицию, а его и снесло там, смотри-ка. Вот тебе и конкурсант. А вот еще один, и его замело. Смотри, что творится. Пошла волна. Вот он выскочил парень. Negotiates that really well. Big cutty back in the white. Я не знаю, видно вам или нет, там дрон летает с камерой. Yeah, the whitewash monster. Над этим всем зрелищем. That whitewater monster coming off. Вот так. Есть желающие посмотреть, видите как. Да, хорошая камера у человека. Так, прям смотри, со всеми прибабахами. И надо сказать, что у него и подставочка такая хорошая. Видно, что так солидно стоит. Вот ребята сидят прям на краешке. All right, blue up and riding. Slashes it in the pocket. Another little slash down the line. Carves it down. Five, four, three, two, собачки сделали попить. Собачий пляж. Видите, много это собачек. Очень собачье место. Это очень известный собачий пляж. Да. Вот оно,
Друзья, небо Калифорнии, небо Тихоокеанского побережья, а вот и само побережье. Ветер брызги несет, как бы нам объектив не забрызгало. Продолжается, друзья, уже третью неделю продолжается выставка на дому местных художников. Наверное, им нравится, раз они так вот продолжают три выходных подряд участвовать. Тут у нас, друзья, какие-то командные соревнования такие. Ага, у них по маечкам видно, что они играют в женский футбол. Ну, в смысле, в сокер такой. Наш футбол. Не американский. Вот идут футболистки. Зашел на волну, вскочил. Get around the section here. He's fighting. And he does make it around the section just for a little whitewater climb. And then cuts back. And having tracks right there. I like that second one throwing tons of spray. He's not looking for much, just looking for a 3.98. Got a nice little two-turn combo right there. He'll kick out. Так что есть хорошие призы, смотрите-ка. В Бразилии тут люди. Это я не знаю даже, что за флаг такой. Я не знаю, не похож на Панаму. Даже не знаю. Это Мексика. Это Мексика. Кубинский где-то был. Где-то я видел тут кубинский. А вот, наверное, вот это. Да, я думаю, это кубинский. Это кубинский, а вон там Аргентина. Да, вот там наверху аргентинский. А, вот он, аргентинский. Видите, друзья, многие уже готовятся к Хэллоуину. Уже так, все так подходит к этому делу. А это наш любимый флюгер. Тут на доме висит из стеклышек. Очень красивый, там в нескольких направлениях там движение происходит.